Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы сегодня играем в игру под названием Time Flow. Это очень интересная стратегическая такая инвестиционная игра, в которой можно будет покупать бизнес, устраиваться на работу, делать различные покупки, зарабатывать деньги. Ну, очень интересная игра, кстати. Ну что ж, нажимаем «Новая игра» и играем человеком. Правильно. И сейчас мы выберем... Ну, давайте, вот, допустим, вот Лариса, да, у нас средний уровень сложности. У вас неплохая работа, но ни времени, ни денег особо не хватает. Вы скопили полугодовой заработок и недавно обзавелись семьей. Настала ли пора перемен? Настала ли пора перемен Ларисе-то, а? Слушай, Лариса... Так, у тебя денежный поток минус 600 рублей и наличные деньги 72 тысячи. Минус 600 или 600? Это интересно, мне кажется, с минусом даже, да? Ну, есть наличные деньги совсем немножко, 72 тысячи, да? Ну, я думаю, это такая достаточно сложная, конечно. Так. А здесь Лариса, почему? А, мы выбираем просто... Картинку именно девушки. Ну, вот, похоже на Ларису. Давай, Лариса. Ну, попробуем, давай. Так, Лариса мечтает. Мы сейчас будем выбирать мечту. Мечту. Так, секунду. Домик у озера, да, Лариса мечтает. Уютный домик у озера через частный уголок первозданной природы. Возможно, в ипотеку. 4 миллиона рублей стоит, да, домик у озера. Красная Феррари. Ну, давайте домик у озера. Почему бы нет? Окей. Так. Смотрите, да? Громко. Тише делаем. Наличные деньги у него 72 тысячи рублей. Минус 600 рублей денежный доход. Расходы у него большие, смотри. 12 600. Доходы 12, а расходы 12 600. Ну что ж, начинаем первый ход. Занятия спортом. Вы можете заняться своим здоровьем и записаться на постоянные тренировки. Час-полтора по вечерам, два раза в неделю будет достаточно. Так, цена 5000 рублей, расходы 1200, требуется времени 12 часов. Банк не даст кредит под ваши доходы. У нас пока наличка 72 тысячи. Я не думаю, что нам надо будет тратить сейчас пока деньги, ходить... В спортзал тебе работать надо. Какой спортзал? Так что мы отказываемся. Нет. Август. Совет месяца. Не складывайте все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте доходы на случай кризиса какой-то сферы экономики. Хорошо. Опять предлагают нам заняться спортом. Нет, отказываемся. Сентябрь. Месяц прошел, смотри, у нас там минус-минус. Совет месяца. Если предлагаемая вам собственность не может приносить стабильный доход, задумайтесь, может быть, со временем ее ценность вырастет, и вы сможете заработать на перепродаже. А что у нас тут с расходами? У нас курение, смотри, минус 500 рублей. Ага. Так, курение, помимо очевидных трат на сигареты, курильщик еще и рискует своим здоровьем. С ростом доходов хочется покупать сигареты лучше и дороже. Так, расходы 500 рублей всего лишь. Пачка сигарет стоит сколько? Курить вредно, курить не надо. Мы будем отказываться от этой привычки. Так, коммунальные расходы 2,5. Планшет у него 600 рублей. Ага. Понятно, планшет. Сотовый телефон, ну и понятно. Не сильно особо у него затраты меньше. Активы какие? Активов у него 0. Пассивы, планшет и сотовый телефон. А, я думал, у него есть дети. У нее зарплата всего лишь 12 тысяч. На коммуналку 2 500 отдает. Потребительская корзина 3,5. Курение 500 рублей. И что это? Вы хотите сказать, что это 12 тысяч? На что она еще тратит деньги? А, 5 тысяч рублей. Семья. Вот, значит, семья. Поздравляем тебя, Вера, в официальном браке. Придется потратиться на свадьбу, и у вас ждут новые семейные расходы. Спасибо. Нет. Так, еще раз. Делаем ход. Медицинское страхование. В случае болезни и последующего лечения вы не понесете никаких расходов. Давайте
Значит, оформим. Все-таки она курит, у нее здоровье не очень сильно хорошее. Поэтому мы соглашаемся. Ладно. Расходы. Идем сюда, в расходы кидаем. Все, у нас те расходы минус 13 тысяч. Офигеть. Офигеть просто-напросто. Так, путь к победе, да? Ну что ж, еще раз ходим, давайте посмотрим. Мне надо какой-то бизнес купить. Вот, пожалуйста, бизнес, недвижимость, акции. Так, выбираем, у нас денег не сильно много, выбираем пока давай недвижимость, выбираем, не знаю, на среднюю, 72 тысячи, наверное, не хватит. Давай малую посмотрим. Малая дорого, дорого стоит. Цена 220 тысяч, доходы 10 тысяч. Но у нее не хватит столько денег. Не хватает наличных, кредит невозможен. Угу. Все-таки опять занять спортом. Давайте согласимся, ладно. Время. Расходы. Уже 14 тысяч расходов. Ну, потому что оно не отстанет от нас, этот спорт. Пусть ходит, занимается спортом. Вот, 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 пожалуйста. Бизнес, недвижимость, акции. Так, давай недвижимость. Малая. Смотри. Офигеть. Гараж, короче, смотри. Стоит 140 тысяч. И нам не дают кредит. Кредит на гараж. Отказано банком. Так, невозможно. Что же остается туда, а, у нас? Так, образование. Семинары, управление временем, высшее образование. Давай семинар возьмем. Кто такой арт-дилер, рынок классического искусства? Бросите курить. Давайте. Экономия 500 рублей, 75 рублей. Сколько раза платеж 4000? Окей. Ну все, у нас получается в расходах, она не курит уже, да? Курение минус 500, все равно написано. Подожди, я тебе заплатил за курсы. Ты чего? О, смотри, время, деньги. Так, начальство разочаровано вашей работой, вы получаете понижение. Начало. Первая ступенька, скучная взрослая жизнь, бумаги, телефон, кофе. В карьерном росте вам поможет управленческое знакомый начальник. Так, доходы 6500. Время минус 172 часа. Ну что же, у нас денежный поток минус 14 тысяч. А наличных денег всего лишь 56. Ну, ладно. Так, аукцион. Биржа, котировки, банк. А ну-ка, котировки биржи. Так, ничего интересного нету. Серебро растет, золото падает. Трата денег. На ужин вы решили не утруждать себя и заказать пиццу. У нее денежный поток минус почти 8 тысяч. И она себя не угождает ничем. Давай деньги трать. Цена 350 рублей, в принципе, немного, ладно. Но скоро ты такие будешь ужины брать кредит. Ладно. Так. Идем. Мне кажется, мы проиграем эту серию. Никаких праздников работать. После новогоднего отпуска. После Нового года страна находится в прострации. 10 дней официального безделья. Новый год, Рождество, Старый Новый год. Время встретиться с друзьями, близкими, съездить за город. Какие ваши планы? Все отдыхают, я отдохну. Никаких праздников работать. Да, конечно, работать. Почему нет? Да. Работай. Так, время 50 часов. Так, время. Мы увеличили свободное время. Хорошо. Так, давай акции посмотрим. Серебро. Так, серебро нам предлагает купить. Давай купим количество акций. Давай 10. Так, купить в рост. Стоимость 4800. А вот у нас появился небольшой актив. Не знаю, что он мне даст. Наличка-то у нас падает. Недвижку мы не можем купить слишком дорого. Бизнес мы открыть не можем. Акции. Так. Госбанк. Вы можете приобрести акции Государственного банка на случай роста рынка или занять по ним короткую позицию на случай снижения. Ну давай купим. Да? А тут ничего не пишется. Давай 59 акций. Давай покупаем 59 акций. Посмотрим, может они будут мне приносить хотя бы какие-то деньги. После новогоднего отпуска перенесите сюда статьи траты. А, время нужно перенести сюда, да? Плюс 50 часов. Ладно.
Так, смотрим дальше. А, вы банкрот, смотри. У вас закончились наличные, снимите деньги с депозита, возьмите кредит, продайте активы или пассив. У вас задолженность 7000. Погасите. Ладно. Так, у меня есть пассивы. Планшет. Продать. Сотовый телефон. Ну, сотовый телефон я не могу продать, просто. Так. Планшет. Так, сотовый телефон оставим. Планшет продали. Так, что у меня еще есть? Вот Госбанк есть. А, нет, смотри. А, время нужно плюс 2 часа. Так, все, планшет, хорошо. Расходы минус 600 рублей. Так, где у нас расходы? Так, планшет вот у нас минус 600. Окей. Так, значит, подожди. Нужно еще денежки, да? Так, пожалуйста, активы, Госбанк. Сейчас мы продадим. Сколько там надо? Погасить 6 тысяч, да? Так. Здесь мы напишем, допустим, 10. Вот 6800, окей. Так, ну что, мы это сделали или нет? Подожди. Здесь напишем 10. И нажимаем на денежку. Окей. Продолжить. А, трата денег. Опять что-то такое. День рождения у вашего знакомого. А, вы купили хороший солидный бизнес-сувенир. Точно такой будет полезен. 1200. Лариса, ты вообще что ли? Алло. У тебя денег не хватает. Ты какой-то сувенир покупаешь. Вообще, ну. Вообще. Так, вы банкрот опять, смотри. Так, хорошо. Госбанк. Продаем все деньги. А, подожди, вот у нас Госбанк. Окей. Ага, сюда перенести. Все, окей. Пожалуйста, продолжим. Потому что он заколебает. Но все равно денежный поток минус 7 тысяч. Потому что у нас работа такая не очень хорошая. Так, образование. А, подожди, а у нас курение ушло, нет? Так, секунду. Так, курение все равно. Почему курение не ушло? Я же за это еще заплатил. Так, высшее образование. Экономическое. Мам, подожди, маркетинговое. У него не хватает времени на это все, представляешь? Не хватает свободного времени. А что жрет мое свободное время? Секретарь. Увольняемся. Да. Так, доходы секретаря сюда. Время. Минус 172 часа сюда. Окей. И идем учиться. Так, где у нас получается? Обучалка. Вот она, да? А, смотри, вы нашли вакансию, хотите устроиться на работу. 6 тысяч. Нет. Мне нужно зарабатывать минимум 1015. Так, ничего не покупаем здесь. У меня здесь бизнес даже вот малый. Сколько у нас здесь? А, ведение блога. А вы можете начать вести блог в популярной сети Pinstagram. На поиск тем, на написание, съемку, публикацию и общение потребуется по 2-3 часа ежедневно. Возможно, вам удастся извлечь из этого выгоду в будущем. Чем лучше ваши социальные навыки и чем больше ваш жизненный опыт, тем больше шансов стать успешным блогером. А еще важно быть в хорошем настроении. Это чувствуется. Согласна. Так, стоимость. Сюда. А. Так, разнесите, значит, расходы. Сюда. Время. Сюда. Стоимость. Куда его? Сюда. Все. Окей. Так, у нас денежный поток минус 13. Ну все. Один ход и профукали мы все деньги. Так, бизнес. Малый. Антиквариат. Случайно на барахолке вы находите... Интересный раритет. Продавец не особо разбирается в том, что продает. Вы хотите купить этот антиквариат для перепродажи. Соглашаться или нет? За 9 тысяч. Да. Деньги у нас есть. Так, стоимость. Подожди, куда я? Да. Актив. Антиквариат. Потом мы через пару ходов. А, смотри. Продадим этот антиквариат. Может, немножко денег заработаем. Санитар. Вы нашли вакансию и хотите устроиться на работу. Желание служить людям ведет вас вперед, несмотря на тяжелый труд. В карьерном росте вам поможет управленческое. Знакомый начальник.
доходы 5000. Так, 5000 мало? Лариса. Лариса, антиквариат продаем. Продать за 9000. А, офигеть, смотри. Подожди. Бизнес малый. Написание книги не хватает наличных, кредит невозможно. Неужели последний ход будет? А, вот, смотри, бросьте курить, вы отлично бросили курить. Так, а ну-ка. Расходы. Минус 500. Время 10 часов на курение тратится. Так, вы нашли вакансию за 11 тысяч. Как называется? От болтовник к работе руками, сидите, работайте, не отрываясь, примус подчиняйте. Для повышения вам нужно пройти семинар повышения квалификации маркетинговой. Соглашаемся, ладно, на 11 тысяч. Так, доходы. Доходы. 11, время 150 часов. Так, у нас осталось 3 часа свободного времени. Ну, ничего страшного. Вы банкрот. Погасить. Так, 13 тысяч нам нужно, да? А, мы не успели еще зарплату получить, и уже минус 13 тысяч. Смотрим активы. Вот, у нас серебро есть. Продаем все серебро. Так. 8 тысяч еще, а у меня не хватит. Ну все, сдаемся, мы проиграли. Да? Доходы у нас были небольшие, расходы у нас были большие. Активы у нас, мы его пополнили, активы. Но, к сожалению, пришлось активы продать. Вот так. Так что, ну, Лариса, ну, ты даешь Лариса, так сказать, да? Ну что ж, спасибо за просмотр. В следующей серии будем играть за других чуваков и посмотрим уровень нашего, как бы, инвестиций, уровень нашей познания будет расти. И мы, конечно же, будем зарабатывать деньги. Так что подписывайся на канал, ставь палец вверх. Всем пока-пока.